Да, привет, друзья. То 14 декабря ушел от нас, пусть земля ему будет пухом. Виталий Кочановский, заслуженный мастер спорта СССР, легенда бокса, тренер, писатель, спортивный деятель, который вел международное там направление боксеров мира. Виталий, ты в моем сердце. Виталий был моим другом. Я его последние полгода все время просил там. Я говорю: слушай, Виталик, ты же знаешь бой с тенью, ты же тренер. Ну, напиши мне маленькую методичку, Виталий. Потому что бой с тенью для боксеров, на самом деле, это хороший прием сбросить агрессию у любого человека. Как система Станиславского нужна по самой идее, не только актер. Но что-то, видимо, он был очень сильно занят, и как-то никак не получалось. Да, я все ждал и ждал, и в конце концов я этот бой с тенью давал на вебинарах по методу ключ, когда мы проводим вебинары. И я прошу вас, делитесь вообще-то. Вы знаете, сейчас вот видите за моей картиной «Поющий над Вселенной», там велосипед Надара, который сейчас эстафету мира. Ну, прошлый мой ролик посмотрите. Надар Березин, ну, такой могучий человек. Я хочу, чтобы все были живыми. Я хочу, чтобы все сохранили себя и мир на планете. Вы помните, вначале было слово. И вот сейчас, оказывается, в век интернета, оказывается, можно поделиться друг с другом нажатием кнопки. И каждый век спасал, в каждом веке люди спасались именно чем? Вот у нас наука человечности, это систематизировано, выбрано из всей литературы, из всех религий, из всех направлений искусства. Определенный перечень человеческих качеств, которых нигде нет в таком собранном системном виде. Это вначале было слово, и вот сейчас доброта спасет мир. И там вот этот перечень, да, очень простой. Это любовь. Это то, что во всех веках спасало человека. Это любовь, сопереживание, чувство чужой боли, чувство бесценности живого, потребность человека в творчестве, в сотрудничестве, в сотворчестве, в созидании. Да, и вот это сотрудничество и созидание как раз-таки в данном случае будет заключаться в том, чтобы вот эту идею человечности, эту идею, что тогда, когда мы уже познали зло, древо познания добра и зла, помните? Зло мы уже познали, теперь надо познать добро, силу добра. Зло – это невежество. Зло – это, короче говоря, это разъединение людей, это расчеловечивание. А соединиться все вместе, быть людьми, быть человеками, как раз-таки надо нести добро. Сейчас надо уже после того, как мы познали силу зла, дошли до этого коронавируса, который нас совсем расчеловечивает. Теперь надо соединиться на основе науки человечности. Я перечислил вот эти вот основные глобальные человеческие качества, которые во все века спасали людей. Во всех войнах помогало людям выжить. Ну как же без плеча друга, без локтя товарища, без любви друг к другу, как же можно было спастись? Да никак. Без любви к родине. Да нет, это же главные качества. Вот они в науке человечности как раз-таки систематизированы как сам корень смысла. А теперь нужно это озвучить. Напоминаю, сначала было слово. И там же есть, в этой Библии,
и древо познания добра и зла. Я вам говорю о познании сейчас, что знание – это сила против невежества. И для этого нужно сегодня, в век интернета, чтобы участвовать в общем деле распространения для всех, активации во всех, потребности быть человеком против кризисов, войн, болезней, несчастья и агрессии, против расчеловечивания. Это слово о силе добра. Только вместе мы сила. А психология человека, она так основана. Вот я, например, вижу какое-то там видео или вижу там просьбу поделиться. Ну, я думаю, ну кто-то поделится. Нас же много. И мы свою ответственность делегируем кому-то. Понимаете, мы снимаем с себя ответственность. Мы не нажимаем эту кнопку. Просто не нажимаем эту кнопку. И поэтому сила зла катится и катится. А мы просто возьмем и нажмем. Да, мы подпишемся на этот канал, потому что наша школа «Человек будущего» – это школа доброты. Это школа сотрудничества на основе человечности. Давайте будем распространять это. И прошлый ролик, ну такой великолепный ролик, Надар Березы, вот его велосипед я дописываю, который, ну просто, ну необыкновенный человек, щедрой души и так далее, который эстафету мира, добра, сейчас понесет по всему миру. Будет встречаться с тысячами журналистов, будет там готовиться проект. Ну посмотрите прошлый ролик, там тоже подпишитесь на канал. Лайки ставьте, ведь сегодня век интернета позволяет нам объединиться. Я же вам показываю, сначала было слово. Этой фразе тысячи лет. Так вот оно, слово сегодня. Слово о доброте, о добре. Поэтому надо подписываться, поэтому надо делиться, не надо сваливать на кого-то ответственность. И у меня есть афоризм, я дарю его вам. Хороший поступок, даже очень маленький, полезен для всего мира. Нажимайте кнопку, ставьте лайки, пишите там вопросы, даже критику пишите. Даже критику пишите. Это очень важно, чтобы мы конструктивно там, отвечая на вопросы, создавая эти диалоги и создавая на их основе вот такие вот мои ролики, и вы свои создавая. Давайте мощность увеличивать добра, потому что зла в силу мы уже познали. Давайте, друзья, нажимайте кнопку и делитесь. До встречи.